готов начаться сейчас матч, в котором сошлись давние соперники, я не побоюсь этого сказать, ЕСКА и Вишня. Не раз играли они уже между собой, не раз сталкивались. Команда ЕСКА, физкульт! Вишня сегодня играет традиционно для себя в синей форме, а ЕСКА играет, ну, тоже уже по традиции, на самом деле, для осеннего турнира. Красных манишка. Хороший сбор сегодня у Вишни. Судя по той заявке, которая сейчас у меня на руках, готовы они давненько еще... Мы Сухинина не видели, как-то выпал он из игры. Вот две игры его нет, первый раз такое вижу. Ну, в роли капитана сегодня, как я понимаю, Дерей Сергей. На, Ваня, на! Эти мячом. Это игровой. Это белый. Не, вот игровой. Играть. Что, это нормально? Да, все видно. Готовы Вишня разыграть. У меня сейчас Середюк и Дерей. Ребятки, поплотнее сзади. Так их там четверо, один останется, Жека. Перейдите, пацаны, перейдите на эту половину. А там есть... А? Замены, там стойте себе, кто стоит. Кто там? Ну, чтобы защитить. Уточняется таким нюансом с мячом. Да, у Люка нога, вот так, Жека вперед, только потом выйдет. Иди, иди, у Люхи нога. Небольшая заминка перед стартом. Убирает всеми нюансами. Сейчас Вишня. Экономьте силы на второй тайм. Сильно не рвите. Перенесем, начинайте. Возьмешь, да? Есть. Оля, пожалуйста. Сейчас все-таки стартовый свисток, и Дерис сразу же пасует на Сокура. Обратно возвращаю. Алексеев. Обратно на Сокола. Общаться. Все сбрасывает обратно на Сокола. Дери принимает. Сразу же плавно пробивает. Вот уже ЕСКА пытается сразу отдать какой-то достойный ответ. Нужный. Дальний удар, но не совсем. Иронично комментирует сразу же. Произошедший за Калюжный, говорит, ух ты, хорош. Бурмага, Бурмага. Бурмага, я прошу прощения. Возьмите игровой белый мяч. Возьми вот тут мяч. Да он белый. Есть, да, это игровой мяч. Продолжается у нас игра. Долго, очень долго. Сокол еле с мячом. Но грамотно подбирает зону, куда бы отдать передачу. И Дери просто с правой ноги стреляет. Вот то, чего на самом деле не хватает. Полевого такого пятого. Вот для Вишни, который может и руками сыграть. Сегодня в роли этого пятого полевого Сокол как раз будет подстраховывать. Врезает буквально там свой мяч. Алексеев. Покинул пределы поля, говорит рефери, поэтому Бурмага готов вести мяч в игру. Не надо сближаться, Жень, не надо сближаться. Дощиян, Евгений, если не ошибаюсь. Бурмага. Сокур отыгрывает на Алексеева. Можно на Пустоселова, так и делают. И сейчас обратно, как я понимаю, отыграет на Сокура. Проход передачи на Дария. Жень, не уходи, Жень. Жень, не уходи. Замыкать дальнюю. Сейчас. И нужно замыкать. Ребята, дальнюю, подсказывают. Ай-яй-яй-яй. Были близкие игроки Вишни к тому, чтобы открыть счет в этом поединке. Очень, очень сконцентрировано и нацелено на победу сегодня. Как-никак. Когда-то остановили ЕСКА в кубке, и это ощущается. Ощущается по настрою, по подготовке.
и по старту этой игры. Лево сразу один. Лево, да, вот там отыграет. Да, да, да. Вот сейчас пошли, можно уйти. Ждем, ждем здесь. Бурмага. Румянцева, но ну, не за нехилую борьбу, Пустосёв. Бурмага буквально бьет прям. Подфаливал, я бы так сказал, подфоливал, да. Как это правильно будет выразить, по чуть-чуть. Первый фол со стороны ЕСК. Сокур. Скрытую подачу идет на Алексеева, смещается удар, парирован. Дай смотрите. Все, с мячом, смещаться в центре можно бить, и, увы, не совсем точно. Хотя задумка была очень неплоха, на мой взгляд. Ниже, Юра, твой выше, Жека ниже. Да, Ваня, Жека. Лев, уже. Первый. Заброс вперед. Тащен с мячом пытается раскачать и забирает без проблем особых для себя. Илья Сокур этот мяч. Играет на Алексеева. Тут обратно на кипера. Снова Алексеев. Перепасовывается. Хороший динамизм демонстрирует. И все заканчивается ударами, что немаловажно. Выше сразу, давай, Серега, выше сразу. Лево забегает, лево. Лево, лево забегает. Удар. Три. Алексеев. Сокур. Ну, на половине поля соперника можно держать мяч практически бесконечно. Ну, он ходу хорошо. Незрячая передача, да. Забивает у нас. Дери, Сергей. Дери, Сергей. Да. Дери. Здорово. Все, встречаем зону. Давайте бить. Все, стоим. Плохо, просто играйте. Плохо. Твой, да, лево встречает. Хорош, хорош, хорош. Здорово, здорово. Мяч остается лишний, нужно комбинировать. Вдруг возвращает обратно мяч на Сокура. Сокур с мячом, что предпримет Илья, решит сам проходить, это опасно. Счет-то был всего лишь 1-0. И пустые ворота были перед Румянцевым Василием. Понимает это он, сперевшись на две руки. Не смог поразить ворота, хотя был близок. Середюк, ты говорит обратно. Не за спиной. Просто все возвращает обратно к киперу, активно комбинирует. Ну, удар парирован. Сразу же пытается наказать Сокура. Комфортно принимает мяч и почти даже сохранил. Показывает, что это меня не беспокоит. Не боюсь я такого. Тащиян не проходит передачи. Сокур включает Дмитруху, тот Андрея. Пришлось попадать. Ну, Вадик устоял. Не бросайся, ниже. Бумага с мячом. Передержал, некому отдавать, на самом деле, эту передачу. Возвращает обратно Ярошенко. Что подчинит Вадим? Счет Румянцева. Бумага. Есть шире, Вася. Здорово. Назад. Хотел Иван Сколюжный попытаться как-то на Бурмагу продлить передачу, чтобы заострить, не получилось, и мяч перешел к Вишне. Сокур непосредственно ввел мяч на Пустоселова, будут пробовать новую атаку формировать. И, кстати, вот зачастую новые атаки формируются только за счет пятого. Как Пустоселов красиво поймал на движении, что здесь сказать? Пацаны, когда, блядь, такая прострация, надо бить, похуй. Ну так бей ты уже тогда, так бей, чтоб мячик не катился, а летел. Да, убеди его. Види, давай! Дальше. У Сокура. Прожать, верни, Жень. Вдруг бьет. Ой, неплохой удар получился у Романа. Поугрожал он воротами. Хоть и щекой с проворотом носил этот удар, но опасно. Не хватило. Миссера, Дмитрий. Стоим у тебя.
На Бурмагу тут как-то тяжело сегодня. ЕСК будет без Еременко Алексея, который индивидуальной своей игрой умудряется навязывать определенные проблемы, но вроде как планирует выйти. Посмотрим, что будет. Алексей возвращает обратно на Сокура. 4 секунды. Напоминает, что 4 секунды нужно держать мяч. Дальше идет Мисюра. Тигр тоже назад на Ярошенко. Тут дальний заброс. Направление куда-то туда в борьбу, но мяч в итоге достает. Сокур. Сразу же пытается разобраться. Как навязывает борьбу Мисюр, это Дмитрий. Хороший отбор показывает. Закалюжный Иван. И мяч будут разводить, разыгрывать Вишня. Проверка! Хороший пас. Сразу же разгоняется Мисюра. Играет на Румянцева. Тут делает дальний заброс. Без особых проблем. Пытался пробиться на всех прочитарах. Прочитал Румянцева. Василий здесь выбрал правильную позицию и остановил. Сергей. Но мяч-то сохранился за Вишней. Алексееву дают возможность разыграть с правой стороны. Аут. Сокур. Пытался подправить все-таки. И вот какие же зрячие передачи отдает у нас. Какие же зрячие передачи отдает Сокур. Что здесь сказать? Как же важно вот этот пятый, собственно, который начинает атаку. К нему кто? Сокур с мячом подключает Алексеева. Пытался продлить Румянцев. Все-таки поставил помехи, то, что можно сказать. Снова Сокур с мячом. Бурмага решил его плотно прессинговать. Невысокий прессинг навязали ЕСК, и это работает. Похоже, почувствовали, что нельзя так давать спокойно и так спокойно подключать пятого. Ну, посмотрим. Ну, конечно, надо менять темпы игры в любом случае, чтобы команда не привыкала. Не готова была адаптироваться и расслабиться. Потому что когда ты расслаблен, ты все-таки более креативен, нежели когда ты закрепощен и переживаешь. Адреналин все-таки сковывает. Толчок у нас был. Третий фол со стороны ЕСК. Сразу же Сокур пытается разогнать. Предпримет. Напугал Ковалишин своим рывком, и Вадик мгновенно рынул в ближние штанги, дабы подстраховать команду и не пропустить еще один мяч, и все сработало. Сохранил мяч Алексей, в дыре пытается пробиться. Да, коробочку ему делали, но перескочил, как через барьер. Над коленями Мисюра и Румянцева, и сохранил мяч за собой. Правда, будут фол разыгрывать, и Вишня приближается, я бы, наверное, это отметил. Ромчик, твоя дальняя! Еще к одному мячу забит. Понадежнее через Сокура шире. Обратно Сокуру. И удар! Домой! За Калюжным. Техничненько подработал себе Сергей, бери мяч. Интересный очень контроль, на самом деле, мяча демонстрирует в этом матче команда в синей форме. Стоит отметить, что от матча, как на мой взгляд, от игры к игре наращивает, а не контроль. Как ты думаешь, Артур? Вишня? Да. Ну, не забывай о том, что мега мотивация у них сейчас. Они нацелены на победу в турнире. Я считаю, что не хватало им тактического какого-то плана, чтобы играть в Суперлиге, но вот в плане физической подготовки команда очень-очень-очень на хорошем уровне. И я бы хотел бы отметить, что я хотел бы их там видеть, вот что немаловажно. Лишин сбросил на Алексеева, тут включает Сокура, что дальше? Интересная передача, но перехватывается. Страхует Алексеев, сейчас голкипера. Успокаивает немножко сейчас Темпогоро, дает вернуться Сокуру. Забегает Ковалишин, но прочитает эту диагональная передача опасная. И это гол! И приходится расплачиваться за открывание Ковалишина и неправильно отданной передачи. Мисюра Дмитрий спрятался на замене и сфотографировался.
на 14 минут, на 13. Нет, на 12, все верно. Лучше проще домой сыграть, если некуда отдать. Две минуты до старта матча было, я забыл. Говоришь. Все смотрится снова равным, 1-1. Валишин пытается подработать пас. Что же дальше последует? Тяжело, тяжело. Остается мяч у Валишина. Отыгрывает назад на Сокора. Вот как будто почувствовали привкус в крови. Да, ну, заманчиво, заманчиво это смотрелось. Но я бы хотел отметить то, что вот как классно, с одной стороны, Валишин открылся при этой передаче, да? Но как опасно ее отдавать. Просто игра с огнем, когда ты все-таки играешь в пятого, ну, пятером, например, да, и вот вообще, вообще надо очень-очень-очень надежные передачи отдавать. Все-таки это и сказалось. Молодец, Дима, конечно, проявил характер. Еременко все-таки вышел на поле. О, что это, блядь? Что это, блядь? Получает желтую карточку Михаил Кулешов. Да. Не, ему дисциплинарный. У них 4 сейчас фола, да? 5. 5 фолов. 5. Разгоняется Ковалишин. Хорошую скорость показал в рывке. И, боже ты мой, Дери просто буквально над его головой мяч находился и пытался, наверное, может быть, еще чем-то продлить и забить, но он лежал. В этом-то была и проблема. Можно пробивать, что Алексей... Сочно, но парирует. Ярошенко. Да, Ярошенко, Вадим. Перекус вот это. Сдача Дери и подключает сразу же Сокура. Тут на Алексеева. Что прокинет Александр. Вернул обратно Илье. Перепасовываются они часто между собой. Ром, что ты туда бежишь? Ну там же Серега. Удар Ярошенко парирует. Ну, видел этот удар, спарировал, вовремя среагировал. Можно бить. Ай-яй-яй-яй-яй. Бурмага плечом. Да, ну близко к тому, чтобы и переправить в свои. Он подстраховал, ворота. Подстраховал, проявил надежность и... Сукор снова будет бить. Снова парирует. Снова у нас сейф отличный делает Вадик. Ярошенко Вадим. Просто вкидывает мяч. Мяч не покинул, правда, штрафную, но судьи, видимо, это не заметили. Бумага. Чистуется у виска. Нормально перебирает. Еременко Алексея. Спину, спину, спину. Один встречай. Один разберите. Это Мираков. Я! Проверка готовности Сокора. Он готов. Как я понимаю, он в роли играющего тренера. Понимание у него футзальное на отличном уровне. Сразу же понял, в чем была грешность Сокор. Что нужно было мяч водить рукой. И он должен покинуть пределы, собственно говоря, штрафной. Продолжает контролировать мяч Вишня. Снова Сокор с мячом. Обратно Пустоселова. Что дальше? Валишин пытается пробиться. Струха. Илья есть, Илья! Наш, наш! Отлично! Удар! Пострахов там Ярошенко Вадим. Ну. И все контролировал, как по мне. Но да. Мяч сохраняется. За ЕСК играть остается 3 минуты. Да. Не так-то много. Но при этом я бы сказал, что удачно тактика выбрана закрыться. И это достойно похвалы, потому что игра от обороны это явно не любит. Игроки ЕСК, но у них это получается. По первому тайму. Такое впечатление, что матч с интернами добавил им какого-то определенного опыта. Невозможно, они переняли
это тактическое решение. Да, быстрее! И удар! Но количество сбора вынуждает это сделать все. Возможно, также стоит Вадика подключить. Почему бы нет? Да какой шестой? Мы полили, алло, какой шестой? Блокировка движения на потай. Второй фол. Бурмаку мяча, удар. Не попросил стеночку. Ну, Ковалишин сблокировал этот удар. На угловой, Жека, иди, иди на угловой, взрослый. Внимание назад! Контратаку ждите. Жека, стань так, чтобы... Набегай, набегайте кто! Заброс. Вы не получится мяч. Ваня, ловко твоя садится. Выше! Быстрее двигай! Друха. Очень удобный пас для Сокура. Никто не прессингует его. Так, тяни, тяни, Жека, тяни, блядь! Яра, посмотри, вон Жека. На пределы поля, сразу же будет идти от ЕСК. Гарди, остается меньше минуты. Еременко ищет подать. Южного Бурмага. Все закидывают это Щияна. Назад, назад, Джека, Джека, спокойно. Все, поливает дальше вперед, Андрея. Пусть поля! Время. Не поли, тяни, 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 тяни. Лево, лево! Как сместиться? О, есть, есть! Жесткое столкновение, конечно. Да, мне показалось, что был фол, но Дощиян... Говорит, что, мол, обоюдное какое-то столкновение, не знаю. Мне кажется, если бы Сергей Дери упал бы, был бы фол, точно. Удар близко, близко, конечно. Но тяжело. Тяжело. Лишний сейчас продавить. Гри не дает ничего пройти. Сразу же отвечает Ковалишина, пытается разогнать. Да и находится таки Сергей Дерья. Снова Сокур. Даже Евгений Пустосело с мячом. Что предпринимать будет бить? Читалось это. Если Сокур по окончании первого тайма, счет 1-1, ничья.